Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Привет, друзья! Я сегодня хочу рассказать о том, как я впервые в своей жизни дал полноценное интервью газете. Не буду называть ее название, чтобы не было рекламы. Но, знаете, это странное такое ощущение. Ощущение того, что ты немного чувствуешь себя звездой. Почему я почувствовал себя звездой, я помню у своего интервьюера, то есть кто берет у меня интервью, говорю, я буду давать интервью, но только вы мне, пожалуйста, налейте кофейку. Ну, точнее, не налейте, а купите кофе или что-либо я там закажу. Это мы были, у нас тут есть кафе про кофе, да, и вот там они брали у меня интервью. Ну, два человека. Я в этом интервью рассказал немного о своей жизни, о своих принципах, да. Я тогда еще не знал, как жестко меня обманывают врачи. Но все равно, мне кажется, это было, ну, ощущение классное, классное ощущение. Я много рассказал, мне появились друзья. Как я вообще на это интервью попал, да? Мне позвонил моя подруга и сказала, что вот у нее есть подруга, которая очень нужна весной что-нибудь такое позитивное, вдохновляющее для людей. И ей показалось, что мой пример, да, будет интересен. Ну, что я сделал в первую очередь? Помню, сижу на паре, пишу основные моменты. Ну так, основные моменты, чтобы ничего не забыть, да. То есть то-то, то-то, то-то. Вот. И мы потом, после того, как написал, да, договорились и встретились в этом кафе. И я начал рассказывать, как все было, почему и так далее. Ну, в общем, конечно, я почувствовал себя звездой. Потому что, ну, не у каждого берут интервью, ну, правда. Вот, и такой класс, такое ощущение. И, в общем, если у кого будет возможность, да, и что-либо рассказать и так далее, не бойтесь и пытайтесь давать интервью. Это и жизнь немножечко черту подводит определенную. То есть это для саморазвития самое оно. Раз. А я еще хотел дополнить предыдущее свое сообщение в видеоблоге, да? А то, что сегодня, да, я нахожусь на 8-м дне голодания, а моя цель – это 21 день. То есть, еще раз повторюсь, это войти в Новый год очищенным, с таким новым восприятием, ну и так далее. Это, конечно, кто этим не занимался, трудно понять. Но представьте так, мир с взглядом ребенка. Еще я сегодня почитал классный пост у человека в блоге, да, который рассказывает о пересыщенности людей, о том, что их ничем не удивить. Не удивить даже прыжком с парашюта, не знаю, еще чем-либо. Поэтому многие люди, ну не знаю, многие или немногие, пытаются отдыхать, да, где-то там, не знаю, в Таиланде и так далее, чтобы ездить на байдарках, где рядом кишат крокодилы и все и в том роде, да? Вот, то есть, конечно, я понимаю, что вот эти главная проблема, да, это депрессия, особенно в довольно-таки обеспеченных странах. А вот знаете, мы по сравнению со многими странами третьего мира обеспечены, потому что, как классно заметил автор, ведь не часто ли вы сталкивались с такой проблемой, когда вы выбираете подарок своему другу, да, а потом понимаете, а у него все есть. Ну, он, правда, грустный и несчастный. Задумайтесь об этом. До свидания.